И не будем томить, не будем тянуть. Тараздан уже бұрында айтқаным негізі. Тараздан жасым 25-те. Немен айналысқанда, инстаграммен айналысамыз. Видео түсіреміз. Тикоштан бойдан кейін денсаулығымыз нормально десе болады. Жақсы. Встречайте, легенда, Мурат, Яхай, Рамазанов Исрапил, по прозвищу Мурат. Меня зовут Исрапил, как говорится, по прозвищу Мурат. Я из Дагестана, с Махачкалы, село Жавгар, Кадетского района, короче, вот в Москве, вот приехал на бой. Слава, ну так, да, как обычно, да, как у всех. Ходим, бродим, знают. Общаемся, короче, творим чудеса. Вот как прошло, вот это, как люди говорят, Медина, позвали на бой. Позвали ту же шу, короче, вот изначально, да, кто-то хотел со мной подраться, получилось так. Хотел побить его, пошел, побил его, и дальше больше пошло. Ну, не скажу такое, что у меня цель есть. Вот хочется бывает, да, там, идти подраться и заработать, вот что. Как есть, говорим. Ну, цель, конечно, дальше больше продвигаться тоже хочется. Что я могу сказать? Я вообще не ожидал, я приехал, короче, полностью у меня была, вот, рука была в спицах, вы сами видите, короче, недавно спицы тоже убрал, гипс был. Я даже не ожидал, когда обычной конференции, как сказали, короче, вечером просто встал, и он размахнулся на меня, когда чиркнул, но это ничего страшного, я просто, у меня шок был такой. Ну, он еще гонит, что вообще налетел, там убрали нас. Ну, это хрень, все бывает, короче, и в боях, и все, кто-то материк, кто-то что-то. Ну, сейчас, думаю, накажем его. Да? Здоровье нормально, альхамдулилла, пойду, живем, дышим. Конечно, и травмы есть, и нога, все, но ничего страшного. Да, хотел на первом раунде закончить, короче, иншаллах, первые минуты. Остальное, что я могу сказать, конечно, у всех есть родители, братья, сестры, да. Конечно, здоровье, короче, семье ему, короче, но он как-то не по-мужски поступил. Много, да, сейчас не буду говорить. Так что, готовься. Правила знаем, не нарушаем. У вас бой по ММА. 3 раунда по 3 минуты. Сетки, шорты не хватаем. Внимательно слушайте мою команду. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожали руки. По углам. Яхай, как говорится. Дождались. Да? Дождались. Да. Мурат – легенда. Рамазанов Исрапил против Ахтылека Жолшыбекова. Мы физически... Ну, в целом, выглядит мощнее, конечно, Мурат. Разница в весе почти 10 килограмм. Почти 10 килограмм. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, давайте. Пошел сразу Все, же сразу борьба. За борьбой. Оно и правильно. Сейчас будет пытаться, конечно, использовать преимущество в борьбе. И физическое. Не получается у него удержать у сетки. Все равно идет вперед. Есть тейкдаун у нас. Удержит ли он его... Ахтылека. Ну, сейчас попытается, конечно, улучшить позицию для добивания. Прихватывает одну руку. Отлично. Да, вкладывается. Довольно-таки увесистые удары у Мурада. Еще раз. Отлично. Но нужно Ахтылеку как-то показывать. Что-то делать. Одну руку он да. Да, встает на ноги. Но для того, чтобы еще раз упасть, что сейчас будет? Тейкдаун? Да. Бросает, но пока без контроля. Знаешь, вот за счет вот физической мощи, да, сейчас Рамазанов больше контролирует. Но вот сможет ли он это делать все 3 раунда, вот это вопрос. Конечно. Попытается сейчас, конечно, взять позицию, колени, все легально. Да.
Не такой активный у нас получился партер. Поднимает их сразу в стойку. Ахтылеку ни в коем случае нельзя с ним бороться. В наглую просто действует Мурат. Да. Размашистый удар. Сближение. Бросит, не бросит. Как говорит Мурат, бросит, не бросит, взял, бросил. Мужской подход. Взял за ноги. Есть тейкдаун. Да, и опять вот встает Ахтылек, но это все, конечно, энергию требует. Требует очень много энергии. Понятно, что Мурат тоже устает, но Ахтылеку это тоже легко не дается. Бьет, пытается. Сложно Ахтылеку в физическом плане, конечно, против Мурада. Просто давит его сверху. Ну, знаешь, у него, наверное, сейчас должна быть одна установка конкретная. Выжить первый раунд. Да, да. А потом уже будем надеяться, что... Есть геймплан. Что Исрапил устал. Но очень он агрессивно прям начал первый раунд. И, возможно, это ему потом аукнется в поздних раундах. Но вот вроде есть позиция, но пока не может найти ту позицию, чтобы безопасно так наносить удары. Ну, последние 10 секунд был ли смысл поднимать их в стойку? Но все-таки рефери решает поднять их в стойку для того, чтобы Мурат... Вопросов, наверное, кому уходит первый раунд, нет? Да, однозначно. Сколько фиксированных тейкдаунов? Два сделал. Легенда забирает раунд. Поддержка у Ахтылека. Спокойно, выжим до сцены. Когда он тебя переводит, надо вставать. Когда он встанет. Если ты будешь сидеть на колено, он не устанет. Вставай. Дальше Василий умудряется там просекундировать немножко Ахтылека. Да, Вася советует постоянно вставать. Очень на это... тяжело так дышит Мурат. Ну, сейчас нам во втором раунде как раз таки станет ясно. Да, Вася советует Ахтылеку вставать постоянно, как он его бросает. И ведь у Мурата на это силы уходят удержать его. Но Ахтылеку ни в коем случае нельзя подпускать Мурата, работать на дистанции, держать. Ну, наверное, сложно, как танк просто в него влетает. Да, однозначно. Разница в весе, физическое преимущество, оно, конечно, играет свою роль. Опять то же самое, закидывать справа, просто как бык лезет вперед. Исрапила. Но нет, оказался внизу. Такой первый острый момент, да, от Ахтылека. Теперь что, попробуй задушить? С этого ракурса не совсем понятно, что за там захват. Обладает ли навыками грэплинга? Нет, поднимает в стойку. Да, сейчас вот стало заметно, что шансы появились у Ахтылека. Происходит то, чего мы ожидали, да? Подустал легенда. Устал как легенда. Да, просто уже в размашистой. Ё-моё, вот это да! Будет делает сейчас несколько попаданий. Вяжет руки. Да, очень милая, конечно, ситуация. Ух ты, это называется кимура грипп, то, что сейчас делает Мурат! Зайдет вот ли это... на кубики, зайдет ли нет? Пытается отломать, но позиции нет для болевого, но зато он уходит с очень плохой для себя позиции. Стоп. Да, навыками грэплинга он смотри, обладает. Смотри, он продолжает это делать. Продолжает ломать, сейчас но... будет драка, сейчас будет драка. Рефери попытался. Что происходит? Было же действие, делал болевой Мурат, но почему? Судья сделал команду стоп, но Мурат продолжил. Но было же действие, но...
Да, тут уже прям болельщики Ахтылека включаются на полную. Недовольны они поведением. Очень напряженная у нас ситуация. Очень спорная, кстати. Очень спорная ситуация. Как бы рефери сказал стоп, нужно в любом случае остановиться, но... Нервы зашкаливают сейчас не только в октагоне, но и вокруг. Рефери пытается объяснить свое решение, насколько я правильно понимаю. Друзья, слушаем внимательно рефери. После команды стоп был проведен болевой, поэтому продолжается бой. Ну, слава богу, без травмы. Ахтылек готов продолжать. Бой продолжается. Да, пошел вперед. И есть удары. Даже Мурат уже успел здесь попасть. Даже перевод оформил. Хватит ли у него бензобака вот в таком ключе отработать? Ну, слушай, ну, Бартырев хорошо отработал. Выход на Кимуру просто шикарный. Попытался развернуться, но нет. Вот что касается грэплинга, у Ахтылека его, в принципе, кажется, нету. Не совсем он понимает, да, позиционную борьбу. Очень много ошибок. Буквально в канвас просто вбивает его. Отлично, колени пошли в корпус. Хорошая работа от Мурада. Несмотря на усталость, все-таки находит в себе какие-то ресурсы продолжать атаковать рефери. Мы видим, что Мурат очень устал. Да, устал. Устал, ну и Ахтылек не свеж, обрати внимание. И вот эти все удары, они, конечно, и на него тоже влияют. Продолжаем. Продолжаем. Нет, стоп. И, да, я думаю, и второй раунд, скорее всего, за Мурадом. Скорее всего, да, но... Но уже не так явно. Да, да. Сейчас посмотрим, сможет ли перевернуть игру Ахтылек в третьем раунде. Потому что Мурат прям чувствуется, что усталость. Да. Был шанс завершить досрочно поединок. Надо бы еще разобраться с той ситуацией с Кимурой. Непонятно, что там произошло. Это мы уже, наверное, на повторе поймем. Ахтылеку подсказывает угол. Не бороться, не надо вообще с ним пытаться даже бороться. Ну, это верное решение, конечно. Невыгодно ему бороться, учитывая вот антропометрию, физическое преимущество. Что меня вот этот момент немножко смутил, скажем так. Все-таки активный был парень. И делал болевой. Интересно посмотреть, как будет вести третий раунд. Да я думаю, не будет он менять тактику. Закидуха справа, сближение. Вытолкнуть к сетке, перевести и сумбурно устраивать ground and pound. Что делать Ахтылеку? Проваливать и попадать? Ну да, быть готовым к тому, что соперник пойдет в ноги, либо в корпус. И держаться подальше от сетки. Не подходить спиной к сетке, ни в коем случае. Как только он упирается спиной к сетке, случается перевод. Долгая у нас пауза. Ну что, третий раунд. Let's go.
Да, вот так выжидает Мурат. Вот, бросает, и апперкотом встретил. К чему эти любезности? Раздергивает, и Мурат пытается опять зайти. Да, вот пока все правильно делает Ахтлек. Ой-ой-ой, два попадания подряд. Съел просто эти удары, идет вперед. Не останавливаться надо было Ахтлеку. И попадает. Застоялся. Прихватил корпус. Есть, тейкдаун. Ну что, будет попытка опять болевого или... Не, ну, пока здесь, конечно, нужна позиция, закрепиться, чтобы более-менее можно было наносить удары. Но вот партер Ахтлека, конечно, меня удручает. Ой-ой-ой, зашел. Душит. Будет ли удушение или нет? Но физической мощи у него должно хватить. Должно хватить. Пытается за счет руки защищаться Ахтлек. Да, теряет все-таки плотность захвата, но все равно еще не отпустил и будет душить. Будет душить. Да. Пока рефери дает доработку. Рефери из-за шума, кажется, даже не слышит. Дает пока поработать. Ну, касательно партера, конечно, очень много вопросов. Нет. Даже вот по глазам Ахтлека было видно, что удушающий в целом не шел. А чья это кровь, кстати? Муро, что за гематома? Прям фингал под левым глазом у Мурада. Кровоточит. Нужно сейчас Мураду достоять, чтобы вытянуть на решение. Ахтлеку нужно идти вперед. Видно, Ахтлек тоже устал. Но Мурат все-таки больше, кажется, хочет выиграть. Идет вперед, пытается бороться. Невидимые действия от Жолшибекова. Есть, да, попадание. Скандирует толпа. Но мы понимаем, что зрители, конечно, на стороне Ахтлека. Но вот пока нету атак. Нету атак от Ахтлека. Как раз таки он и должен он сейчас и должен это делать. Да. Я понять не могу, что он делает. Он... Но, знаешь, он устал. Он устал, и это видно. Вот всем видом он показывает, что он устал. И, возможно, уже не может себя толкать вперед. А Мурат, он понимает, он более в комфортных условиях. Ему нужно выстоять этот раунд. Задача минимум выстоять этот раунд, и он пока с ней справляется. Да. Ну, нет, Ахтлек. Это тоже вот на руку Мураду, тянет время. Хороший бой, хороший поединок. Думаю, победа за легенды. Единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла Рамазанов Исрапил Мурат, легенда. Что ж ты было, был башен. Да, уважение. Мурат, как самочувствие? Нормально, молодец, хороший драться. Да, честно, да. Заданного нету, пацана. Самое главное, самое. Водичку? Нет, куда проводить? Дай на шею поставить. Шею поднимешь? Поднимешь? Так, я сниму. Хай-хай! Ничего так-то! Это бои, да, ничего страшного, да, кто-то видел, кто-то проиграл, да. Самые главные вишни, короче, очень зрелищный бой же, показали же. Показали все. А? Вот самые главные, да. Ничего.
Что бы как бы не было, пускай проходит наш разговор, да. Пускай она убивается, эта тема тоже. Ну, следующий раз каждый, мы должны знать, как к нам относиться, гости, не гости, как отправлять, как встречать. Мы это все должны понимать, мы мусульмане, мы нормальные ребята. Так что это спорт. Всем здоровья, всем от душинского здоровья всем. Салам алейкум. Мурат, Казахстан также рад видеть тебя в гостях. Ты показал очень зрелищный и интересный бой. Я думаю, все обошлось без серьезных травм. Опять же, я говорил то, что Актылек был легче на 10-12 килограмм. Но, несмотря на это, он показал очень зрелищный бой. Поэтому, я думаю, вполне можно будет сделать, Шама, если мы договоримся, сделать реванш. Я думаю, это будет интересно, если Актылек наберет вес и придет в свою лучшую форму. Я забыл вот нашим Рамазаном. Спасибо большое. Это очень хороший, достойный пацан. И он все это сделал, организовал. Всем дал возможность выиграть и там заработать. Спасибо тебе, брат. Я тебя знаю. Будем ждать тебя в Казахстане еще раз, Мурат. Поскорее поправляйся. Да, поправляй. Дай руку.